Привет, ребятки, с вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Ребятки, Вовкин не сидел без дела и нашел для вас крутую игруху. Называется Disney Castle of Illusion. В ролях Микки Маус. Ребята, сейчас я вам кое-что скажу, и вы обалдеете и поставите мне точно лайк. Дело в том, что эта игра стоит в Play Market, она платная, и стоит где-то порядка около 300 рублей. Представляете? Но Вовкин нашел для вас ее совершенно бесплатно, нашел сайт, где можно ее скачать. Поэтому с вас лайк, и кто хочет себе эту игру, пишите в комментариях под этим видео «Вовкин, хочу игруху». И оставляйте какой-нибудь свой контакт, ну, например, ссылочку в ВК, на ваш ID в ВК. И я вам скину 100% рабочую ссылку, откуда можно скачать, 100% рабочую, откуда качал я сам. Потому что я много перерыл сайтов, где качаешь, например, а там игры какие-то, ну, не работают. То там чего-то не хватает, то кэш какой-то, то еще что-то. В общем, бывает неудачи, игра не запускается, а это 100% рабочая. Вот. Кстати, ребята, также добавляйтесь ко мне в ВКонтакте в друзья, буду рад всем. Вступайте в группу Мультикекс. Вот, и принимайте участие в конкурсе, потому что на канале проходит конкурс на 500 подписчиков. Как только наберется 500 подписчиков, то я разыграю 5 призов, будет 5 победителей. Все подробности в группе ВКонтакте Мультикекс, ссылочка на которую будет в описании под видео. А сейчас, ребята, смотрите, вот наш персонаж Микки. Вот такой мультяшный, прям мультик-мультик, правда, ребята? И я пришел к боссу, я просто уже начал играть в эту игру. Прошел несколько уровней, и тут был босс. Я хочу вам его показать, уж больно он забавный. Смотрите, вот он. Смотрите, вот он, пень старый сидит. Спит, о, проснулся. Посмотрел что-то и начал кричать. Вот что ему Микки Маус сделал, да, ребята? Я не знаю, вроде бы ничего не делал. Но он кричит злой какой-то. И хочет Микки Мауса нашего убить, что ли, я не знаю. Но Микки не сдается и не боится его. И поэтому будет сейчас борьба. Вот такая вот борьба, нужно на голову ему прыгать. Ребята, согласитесь, что графика просто обалденная. Прям как мультик. Не часто встретишь такие игры. Наверное, поэтому она и так дорого стоит. Но у нас есть возможность поиграть в нее бесплатно. И как я уже говорил, отблагодарить меня можете лайком и каким-нибудь положительным комментарием. Все комментарии я читаю и стараюсь на все отвечать. Так. Ребятки, еще раз на него прыгают. Вот так, получай. Все, лег, отдыхает. А Микки нашел какой-то красный бриллиант здоровый. Птичка там какая-то летала еще. Так, а теперь нужно наверх идти, ребятки. Вот эти два рыцаря раньше тут стояли, заслоняли проход мне. Так, эта дверь закрыта. Микки путешественник. Напишите, ребята, в комментариях вообще, нравятся ли вам мультики про Микки Мауса? Или игры, может, в какие-то вы еще играете? Так, это у нас тут мир игрушек, по-моему. Как-то так он называется. Тут, в общем, такое все тоже игрушечно-мультяшное. Ну, в принципе, как и вся эта игра. Собирать нужно алмазики. Вау, смотрите, самолетище какой пролетел. Графика действительно, ребята, на высоте просто. Все тут что-то мелькает, движется, какие-то все время новые персонажи появляются. Я уже несколько уровней прошел и удивляюсь, насколько игра прикольная. И, конечно же, решил сделать по ней видео, записать, показать вам. Потому что, я думаю, не у всех есть возможность купить платные игры.
Если согласны со мной, то ставьте лайк. Ну а взломочки еще никому не мешали. И я, как вы знаете, заядлый поклонник взломок, решил найти эту игру и скачать ее. Ох ты, почему не идет туда, я не пойму. Там какой-то самолет летает. О! Ух ты, смотрите, ракета. Чего она тут делает? На нее можно запрыгнуть, интересно? Я даже не знаю, не, нельзя. Так, кто-то кубики раскидал. Так, сюда. Ох ты, ребята, упал. А видели, там какой-то кашалот был, нужно на него. О, висит синий кит. Или кашалот какой-то. И на нем пружинка-прыгучка. Вот так вот прошли. Так, это шляпа волшебная. О, ребята, тут сейчас будут чудеса. Здесь я просто уже играл. Поэтому я уже немножко знаю. Вы сейчас удивитесь, это точно. Если удивитесь, то опять же ставьте лайк. А вы реально удивитесь. Смотрите. Сейчас. Оп, смотрите, что случилось. Мир меняется. Так. Эх, что-то не берется, не прыгается за балериантиком. Ох ты, опять поменялось все. Так. Так. А что же? Вот сейчас он опять начнет меняться. Может взять, прыгнуть на вот эту? Вот, ух ты! Вот так вот надо делать. А я в прошлый раз делал по-другому. Вау! Хана вам, солдатики. Игра просто чудесная. Так, как же туда запрыгнуть? Даже не знаю. Высоко как-то. Навряд ли отсюда я сюда закину, правильно? Запрыгну. Так. Ох! Вот так вот, ребята, упал я. О, вернулся. А так можно? Я не знал, ребята. Вот это фантастика. Я не знал, что можно вернуться. Я в прошлый раз, когда так упал, я просто упал и все, и пошел дальше себе. По уровню. А оказывается, можно вернуться. Чудеса. Ух ты! Ух. Так. Тут, по-моему, я знаю, что делать. Нужно так. Ай-яй-яй. А я сейчас вернусь. Вернулся. Вот это я придумал себе затею. Это мы здесь были. Это оп. И солдатики все погибли. Эх. Надо было взять бриллиантик, ладно. Вот так вот, ребята. Пока, солдатики. Ой. Самолет. Давай, еще нужен самолет, ребята. Нужно успеть на него запрыгнуть. Ну где ты, самолет? Микки ждет же. Может, не будет? О, появился. Эх. Поздно. Поздно я сориентировался. Сейчас появится. Как только появится, нужно будет на него сразу прыгать. Ну, где же ты? Ждем, ребята, ждем. О! О, да, пропустил самолет. Ладно, попробуем так. Ай-яй-яй. Ладно, смотрите, в эти желе можно запрыгивать. О, вот этого я тоже не знал. Да тут какие-то секретные ходы, ребята. Вы представляете? Блин, эта игрушка мне все больше начинает нравиться. Чудеса какие-то, гляньте. Микки Маус в желатиновых каких-то кубиках, в желейных.
Прикол. Как говорит один дядя, прикол Приколович. Если угадали, кто это говорит, то опять же напишите в комментариях. Есть один известный дядя, он так говорит все время. Прикол Приколович. Так, тут из какого-то кубика может выбежать солдат. Вот он. Уже не раз я на него натыкался. Кто это? Ух ты. Робот. Какой-то робот. Так, а как же мне тут достать алмаз? Вообще не представляю. Вот он. Солдатик. Получай. Не знаю, зачем эти бриллианты тут нужны. Ну, буду собирать. Зачем-то ж, наверное, нужны, правильно? Так, надеюсь, тут больше солдатов не будет. Страшно прям. О, алмаз. Нужно его собрать. На, на. Микки разошелся, стреляет какими-то шариками. О, опять солдатик. Оловянный солдатик какой-то, да, ребята? Так. Кстати, хочу вам сказать, что вот дальше вот этого я еще не доходил. Надеюсь, мне сейчас повезет. Я пройду нормально. Это что за железная дорога? На ней катиться не надо? Так, солдаты опять тут. О, сундук. Капец, самолет. Вроде безобидный самолетик, а не тут-то было. Не такой безобидной жизни об него тратятся. Бриллианты. Это что там? Опять солдаты. Ладно. Тут никого. Ух ты. Так, кто у нас здесь? Клоун опять этот на велосипеде. Ух ты, а как же мне добраться? А я знаю, как. Не добрался. Да ладно, я не знаю, зачем. О, пружинка. Пружинка, ребята, вот так вот. Тут был колесо. Велосипед от того клоуна остался. Хорошо, ребята, на этом видео буду заканчивать. Если вам игра понравилась и хотите продолжение, то ставьте лайки и пишите. Вовкин, хотим продолжения. Не забывайте подписываться на канал. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.